Ну, в принципе, я тоже готов. Это у нас что, ну, скажи, шикарно. Пожалуйста? Это GTA 5, это, наверное, Мисти, и это покупка новых себе прибамбасов. Почему он у меня не делает то, что я хочу? Я не знаю. Делай, давай. Слушай, не делай, реально. Блять, он ебок, что ли? Ну, может, я себе убрал там это, но это надо будет потом будет зайти и посмотреть в настройках. Так, не пихайся, да. Слушай, ау. У меня, по ходу дела, я словил какой-то глюк. Ты помнишь, у тебя было, что у меня там, ну, не работают никакие кнопки? То есть я тебя пытаюсь ударить, у меня кнопка не работает. Да, было дело. Все, у меня ни одна кнопка не работает. Тебе нужно сейчас перезайти, получается, в нашу же сессию. То есть еще раз нажать, типа, присоединиться к друзьям. Это быстро, 5 секунд. Ой, у меня это не работает тоже. Блин, а что это за говно? Есть такое. Я ловил эти глюки пару серий назад, да. Я не знаю, чем связано. Какой-нибудь, знаешь, такой информационный, блядь, пук нахуй. Как-то так. Зато можно толкаться. Ух, ебать. Можете убить? Да. Я тебя убью, нахуй. А, давай, давай. Нет, давай, надо тебя убить меня. Как-то красиво, блядь. Ну, нет, допустим, вот нет, так давай вот. Давай я выйду на улицу. Давай я... Вай. Нормально. Может, сейчас отглючат, погоди. Должно, по идее, вроде как отглючат. Отпустите меня, глюки, да. Отпусти меня, глюк. Так, смотри, значит, планы следующие. Да, сейчас... ура, работает. Есть работа, да? Покупаем, заходим в интернет. Подожди, сейчас я только тебе... Ой, меня машина сбила. Ебать, колотить. Ну, у нас, нам с Олегом тут просто несказанно подфартило, потому что мы на сессии вдвоем каким-то боком оказались, я даже не знаю, как так получилось. То есть я сначала зашел, я был на сессии один. Угу. Я просто тип у тебя... Так, а что такое мне купить? Ну, смотри, давай я с дороги, пожалуй, уйду. Фиг. Так, захожу в интернет, да? Так, чтоб такого взять? Чтобы захожу в интернет, купить? Деньги, так, путешествия. Я трак. Куплю красный Скор... мотоцикл, там последняя самая категория, там, в принципе, это вот там, где Soul San Andreas с податком. Да, да, ой, кто-то стреляет! Какого хе... Блять, а почему у меня купы? Купки, ты меня пытался убить. Да ебона мать! Да тихо, ёпта. Да, так, Олег, ты вышел из интернета, я уже понял, да? Да, потому так, что мне начали купы стрелять. Я понял. Так, ну что, у меня денежка-то есть, правда, у меня не очень много, у меня 700 с чем-то штук. Ну, на мотоцикл мне хватит. Ну, не слава так, богу. Ну, как хотелось бы, но вообще ладно. Мотоцикл 100 примерно, 150 тысяч. Так, байкеры, часть обновления байкеры. Ну, тут до хрена мотоцикл. О, я вижу четырехколесник. Там это не мотоцикл, учти. Там такое... Это на квадроцикл похоже, скорее, да? Да, квадроцикл. Но этим уже никого не удивишь. Я хочу взять, да, мотоцикл вот из первой. Вот первый самый куплю. Вестерн Демон, тот, который Вестерн Демон, да? Угу. Подожди, ну давай, ты покупай себе Вестерн Демон, а я куплю себе какой-нибудь тогда другой. Отлично. Я куплю себе, знаешь, какой? Я себе куплю Вестерн Зомби Чаппер. Я его в Клабхаус прям. И ты, кстати, в Клабхаус, если можешь, сразу отправляй. Или в Клабхаус, подожди. Ну там при покупке тебе укажут, куда надо отправить его. А, ты знаешь, что я себе... Ух ты, какой мотоцикл! Слушай, я знаешь, что я себе, пожалуй, куплю? Я себе лучше тогда куплю Лос Аварус. Лос Аварус? Лос-Аварус. Это что такое за говно еще? Что за Лос-Аварус? Нет, это вроде должен быть охуенный мотоцикл. Нормальная тема, да? Ну, нормально. Так, покупаю. Смотри, ваш заказ обрабатывается. Извещение о покупке. Ваше новое транспортное средство в скором времени будет доставлено в ваш гараж. Отлично. Нет. Теперь нам надо угнать машину, чтобы поехать в Амунашку. Я выхожу из интернета. Навсегда, да? Я выхожу из интернета навсегда. Ва-ва-ва. Ух, навсегда. Тихо. Что за это? Да я пинаться умею. Ой, фельдшеры. Он даже жопу оттопырил. Доктор. Бля, я не доктор. Нихуя себе, бля, фельдшер. Что дать, привет, смотри, он агрится. Давай, бей его, бей. Вот. Подожди, вай. Нормально, да? Что творишь, блядь, она мне прямо, блядь, по ногам проехала. Что творить, смотри. Давай шлюху, выкинь шлюшку. Подожди. Выкинь шлюшу. Твою мать. Бля. Выкидывай эту дуру. Сука, совсем ополоумила. Так, садимся, поехали. Вот пизденышка. А кто-то пинает сзади, ты видел? Да охуели, мразь. Что здесь такое? Блять, что это? Сука, что здесь такое? Кнопка, блядь. Алекс, стреляй в них. Копы перед нами прям. Все, готов, поехали, да. Блять, он отвечает, сука, меня убил. Убил тебя? Убил, да. Я застрял, сука. Ты едешь с мертвым парнем в этой машине. Как теперь выйти? О, нормально. Слушай, а может быть наши мотоциклы-то уже в гараже, нет? Еще? Нет, мой мотоцикл не в гараже, а мой в клубхаусе. Ты заказал в клубхаусе? Нет, я заказал себе в гараж, потому что мне, к сожалению, не разрешили. Мне сказали у меня автоматом... Бля, что тут происходит, а? Это творится-то? Держись! Я думал, ты будешь держаться. За что?
еще бы сказал, за что? Денег нет, но вы держитесь, блядь. Вы там держитесь. Это было прикольно. Он говорит, денег нет. Ничего, вы там держитесь. Всего вам хорошего, блядь. Да, это феноменально. Это было прекрасно, ладно. Мне нужна еще одна машина. Нет, ты взрываешь там, да? Давай, я зайду в гараж и посмотрю, может быть, уже пришел мой мобик. Да, прекрасно. Я сяду к тебе как раз. Я горю. Я горю. Я умер. Блять, ты опять что умер? Что за хуйня происходит? Машина, вообще, я пытался туда пройти, сгорел и умер. Что там произошло-то вообще? Ты просто погиб. Это как Юпи, блять, просто добавь воды. Я просто умер. Пожарка даже не знает, как проехать, бедолага, блять, а? Ура. Я уже, да, вот тут. Да, где гараж? Вот гараж. Сейчас зайдем в гараж, посмотрим. За ебаный стыд, а? Мотик. Давай, выкатывай его, сейчас поедем отсюда. Выкатывай его нахуй. Вон он, стоит, родной. Охуенный мотоцикл. Ты смотри, какой мотик, а. Это же он, да? Да. Так, мы с тобой сейчас едем. Олег, ты сейчас охуеешь, только он, по-моему, одно место. А не, вряд ли. Да нет, должно быть два места. Ну-ка, ты сядешь? Да ты зарычал так, блядь, нихуя. Блядь, ты не можешь сесть, да? Да ебать, он одноместный. А ну ударь, попробуй, какой кнопкой бить? Что бить? Бить ногами, бить же можно. А как? На какую кнопку нажать? Не знаю, попробуй все. Сейчас я вот все пробую. Давай я сяду. Ты по землю провалился, блядь. Я тебе серьезно говорю. Ты вышел нахуй, как фараон ебучий, блядь, по землю провалился. Давай там я сяду. Надо, наверное, что-то удерживать, скорее всего. Ну, или это на ходу только. Давай я посмотрю, какую кнопку. Встань, я попробую. Давай. Сейчас я сяду, скажу тебе. Так смотри, не убей его. Это удары. Не угробь. Хорошо. А, подожди, может, надо переключиться не на автомат, а на удар, ну, на кулаки. А сейчас проверим. Граната, базука, руки. Это факт. Это факт, ты показываешь, да. Как бить? А может, надо не рукой, может, надо чем-то, блядь? Смотри, я показываю. Молоток, нахуй. Пальцем. О! Молоток. Хорошо, я взял. Что ты взял? А, биту. Ну-ка возьми в руки биту, ну-ка попробуй. Может так получится? Че, у меня опять что, ничего не работает, твою мать. Блять, у меня опять кнопки заглючили. Че за глюки у тебя там, ебать? А? Да что произошло-то опять? Я же ни на что, блядь, не нажимал, просто спокойно шел. Забери меня. Ух, как ты метко проехал-то, ёпта. Че, я бы тебе попал? Блять. Мотоциклист! Олег, отними у него байк. Вот я и хочу это сделать. Пошел нахуй. Зажать X и что бить? И вот L1 и или R1. Ничего, ничего не происходит. Нет, подожди, как, вот так. Зажать X. Я достаю автомат. И, блядь. Я тебя убил. Подожди, еще раз, я зажал X. Ну, квадрат точнее. А, блядь, так X или квадрат? Сука, ебано, я с Xbox'ом перепутал. Ладно. Так бывает. Так, зажимай X и нажимай L1 или R1. То есть L1 это вправо, а... Все, сейчас сделаю. Я, блядь, с Xbox'ом. Так, съебали, ну, короче, быстро. Понял. Да. Да, точняк. Работает, это, да? Это типа новая фишка, да? Ну, типа того. Только всё, поехали. Не знаю, там же говорили, что вроде и ногами можно. О, давай ехать и всех сбивать. Давай доедем до миссии, там уже посмотрим, что делать. Ну, я имею в виду до амунации. Давай. А, до амунашки, подожди. Ну, да, там что-то новое же. Я меточку поставил уже. Нам еще сказали, что что-то появилось новенькое в амунашке. Да, сейчас доедем, посмотрим, что там. Какие-то то ли там какое-то новое оружие, то ли там какие-то новые бомбы и типа того. Блять, у меня очень скоростной мотоцикл. Догонишь меня? Впрочем, да я вижу тебя на карте, да. А ты угнал, да? Да, я спиздил. Почему ты спиздил? У тебя на пищном мотоцикле, у тебя скорость больше, чем на моем купле. Это нормально, это суровая реальность. Блять, ты приехал, ничего себе. Чего так удивился? Или ты хотел? Я, конечно, приехал. Так, чувак. Так, Олег, не забудь купить канистру. Она нам еще пригодится. Ебать, тут ключ, блядь, есть разводной за 6 тысяч долларов. Интересно, вместе с сантехником, блядь, он или с газовщиком? А где ты ключ? Где ты? Справа. Нет, автоматический дробовик, давай купим. Нахуй нужен, не знаю, но можно купить. Молоток, топорик, фонарь, полицейская дубинка, кастет, кий. Тут кий есть. И контактная мина подорожала. Я куплю себе кий. Мне сделали скидку 1%. Да, кий тут, смотри. А что ты, Олег, еще купишь? Здесь письмо, я не знаю. Я купил себе ки, сейчас, подожди, тут это, ну это, бутылка у меня есть, липучек надо купить, наверное, а где ты ки нашел? У меня ки нет. А вот слева там, где, знаешь, там, где вот нож. А, в этом плане. Да, вот там внизу налево. Вот, опусти вниз и посмотри. Так, кавалерийский нож, выкидной кость. А, ки, блядь, да, реально. Реально ки. Только он сломан, по-моему, не?
Ну, я тоже куплю, ладно, пусть будет. Купи, купи, да пусть будет, да, куча уже. Так, газовая шашка. Нет, газовые шашки я ими редко пользуюсь. Самодельная бомба. О, самодельная бомба. Самодельная бомба, да, во, да, вот это надо купить. Этого не было. Предмет куплен. Все, я купил. А я купил несколько, все, максимум. Давай. Так, а что еще? Давай я себе тогда дополню. Липучек, давай липучек себе куплю. Мне скидки здесь, прикинь. Мне тут скидки делают, блядь. Хоть где-то есть дисконтная скидка, блядь. По оружейном магазине. Разводной ключ, реально, слушай. Подожди, тут реально разводной ключ. Сколько он стоит, блядь? Самодельная бомба. А, у нас уже есть этот предмет. Как так? У меня уже есть разводной ключ? Так, это я покупать не буду, это дорого, а то у меня так, блядь, все бабки кончатся нафиг. Блядь, какой... Топорик боевой. Боевой топорик. Боевой топор, томагавк, бери. Хотя он тоже дохуя стоит, сука. Ладно, куплю, хули. С тобой как два ебаных сиамских близнеца, блядь, смотри, как классно. 10 тысяч, нахуй. Подожди, сейчас. Ты скупился? Я вообще... Скупился, не поскупился, давай. Скупился, скупопка. Это, знаешь, программа такая, большая закупка, скидки в оружейном магазине. Блин, охуенно вообще. Вообще охренеть. Я с тобой спиной сросся, как будто клеем намазали, знаешь? Подожди. Сиамский близнец. Ну, предположим. Так, ладно, окей. Сейчас я выйду, посмотрю, что это такое за блядь, самодельная бомба. И тоже, блядь, кий, топорик, ну-ка. Давай, даже интересно стало, что это. Такой кий. А где кий, кстати? Кий — это в бильярд такую штуку играют. Нет, а где он? Вот он, вот, смотри. Ты хочешь уебать кием кого-то? Ебать, по хребту как дал. А ничего, да, так? Кинуть, что ли, на тебя бомбу, блядь? Давай кого-нибудь взорвем. Давай, 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 кинь. Давай, я только на дорогу выйду. Давай, кидай в меня это самое, самодельную вот эту бомбу. Ё, а чем в сути от гранаты, чем отличается? Нет, нет, нет. Давай. Может, кинь. Нихуя. Нормально, блядь. Слушай, неплохо. Подожди, а какая разница между, ну, обыкновенными-то? Не знаю. Какая разница-то есть, нет? Конечно, наверное, где-то она есть, но мы ее можем не видеть просто. Разводной ключ, Олег, давай тут, блядь, нахуй 90-е устроим, нахуй. Давай, 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 беги в меня. О, нихуя, нихуя себе, вот это разводной ключ, блядь, вот это нихера себе, я сейчас авто, блядь, раздолбал. Подожди, там же мой мотик стоит. Где? Ну, там я его оставил. Подожди, ты его угнал. Ты уверен, что он его оставил? Это мой, да. Это иди сюда, не... я ебану тебя, давай. Ключом гаечным, нахуй, смотри. Подожди, так нечестно, блядь. А я ехали нахуй. Что значит поехали нахуй? Я сейчас тебе покажу, блядь, нахуй. Смотри. Это что было? Это я... Мы тебе... О, копы. Копы. Блять, я пытаюсь копов отпиздить, погоди, стой. А представь, что если был бы, допустим, петушок-коп. Это как бы ко-ко-ко-коп, к нам спешит. Смотри, я нашел жирного, вот представь, что Ваномас, блять, и Логвинов, сука. Иди сюда, я тебе покажу, только не убивай его пока быстро. Подожди, сейчас я мотик возьму. А не, он больше на Эминема похож, блять. На кого, на кого? На Эминема, толстого. Real Slim Shady. Please stand up. Блять, он еще бьется, нихуя. Ты че, жирный, блять, неформал? Ты че, охуел, Иуда, ебаная? Нихуя жирный бьет, блять. На массе, походу, сидит. Алекс, ты что, мух отгоняешь или шептуна пустил? Ого! Блять, да даже, сука, даже по ветке нахуй так не уворачивался, как ты. Подойди ты ко мне поближе, ты жирный, блять. Сука, блять, кусок. Ты че, глобус охуел? Блять! Ох, Доминикана упала, блядь. Нихуя. Подожди, стой, Олег, смотри. Смотри, иди сюда. От чего я охуею? От того, что ты газовым ключом машину ебанул? Нет, я не попал. Стой. Даже разбивай ты его окно. Смотри, как задрапал. Нормальненько ты такой лепетываешь, еб. Я вообще охуенно тут веселюсь. Так, погоди. Это все весело и забавно, и замечательно, но нам надо... Где мой гаечный разводной ключ? Конечно, любимый. Нет, у меня еще, смотри, что у меня есть-то еще. Топорик охуенный. Ты мой мотик угнал. Не попал, блядь. Как не попал? Ты же упал вроде. Ты же свалился, я слышал звук такой. Это не я. А кто? Я не падал. Блядь, да что ж за нахуй-то такое, а? Так, надо, короче, в клабхаус. Не надо тебе, негра! Этого. Сколько негр? Не надо тебе негра. Офис мокрый виноград, блять. Офис, сука, у Махараджи. Вот. Поехали в клуб, меня мотоцикл ждет.
Подожди, давай я негра сейчас немножко сагрю. Блядь, сука. А почему он на белой машине? Что за прикол? Ты на белой машине? Подожди, давай сейчас погребся еще. И поедем в офис. Подожди, хочешь повеселиться просто? Нет. Мы же все купили новое оружие, хули. Вообще-то да, в принципе. Окей. Смотри, какой жирный чувак. Скажи, а взад его засунут реально вообще тут? Как типа пытки, мафия, все дела? Кого именно? Кий? Да. Ну попробуй. Вот этому жирному как раз влезет. Смотри, он как раз лег хорошо. Давай попробуем. Прекрасно. Как раз лежит нормально. Ой, нет. Я не там пробую, блядь. Ой, нихуя. Нет, ну логично, что топором ты рассечешь меня быстрее, чем я ударю тебя маленьким тонким киёчком. Это был топорик, да. Подожди, у меня еще нож есть. Я еще нож купил? Разводной ключ, конечно, охуенная тема, блядь. Так, а что я предлагаю? Я предлагаю сесть на мотик, ты тоже что-нибудь угонишь. Давай. И мы поедем, ты понимаешь. Угу. То есть, подожди, они считают, что байкеры пользуются разводными ключами? Ну, наверное, да. А интересно, дополнение про сантехника будет там какое-нибудь эпичное? Марио. Вот это было классно. Супер, братья Марио, блядь, дополнение про сантехника. Марио, блядь, дай я сяду, сука, ёпта. Да что ж такое, блядь, а? На, нахуй. Это было хорошо. Ехали. Время вломить пизды. Серьезный байкер, блядь, я поехал, да. Ты представь себе ситуацию, блядь, такой байкер, нахуй, какой-нибудь сидит, такой бородат. Ты к нему подходишь, он достает гаечный ключ, блядь, разводной, нахуй, еще. Ну, это вообще реально, ты думаешь, ситуация, да? Ну, в принципе, такое, наверное, да. В жизни ты, наверное, скорее всего, блядь, тут фельдшеры пришли, смотри, лечить кого-то. Ебани фельдшера, проверь, насколько он разводной. Давай. Эксперт по бракоразводам, блядь. Чёрный фельдшер, блядь. Нихуя. Вот это я ушатал. Так, ну что, поехали. Так, поехали. Время спиздить мотоцикл. Давай я буду кататься. Блядь, поехали, я заберу свой байк. Ты хочешь вломить пизды мне, да? Хочешь, чтобы я, блядь, огреб? Я хочу что-то угнать, подожди. Я хочу что-то угнать. Нормально. Слушай, два удара и все, и хана. Так все, блядь, и, блядь, пиздец, да? Я про что я тебе, собственно говоря, и говорил. Ничего себе. Так, ладно, давай, все-таки... Я оставил твой мотоцикл, и будем ехать сейчас в клубхаус. Давай поедем за твоим мотоциклом, все-таки, как-никак. У меня другой, я другой купил. Ты тачку уже угнал, да? Да. Я понял, что ты, да, но мы все поэтому разные с тобой и купили. Так, садимся, подожди, не сбивай меня пока. Так, садимся. Так, давай, давай, ударь машину, ударь машину. Бьется машина с кулака? Ну-ка, сейчас подожди. Давай, ебани меня. Хера. Бля, поп сагрились. Ну-ка. Бывает. Ну, а ты же нарушаешь порядок, правильно? Да какой нахуй это порядок? Блять, у меня мотоцикл такой хороший. В смысле? Ну, типа скоростной. А, типа быстрый? А хорошесть мотоцикла определяется его скоростью, получается. Да? Ну, я не знаю, я мотоциклы не люблю, поэтому не шарю в этом. А. Ну, он скоростной, хороший и неплохо выглядит, скажем прямо. Стильный. Там, кстати, был такой, знаешь, совсем бичевский, такой потертый, знаешь, конкретно. Да. Как Бабушкин, блядь. Как будто Сталин на нем еще Берию возил. Такой, да. Рыбалку, да? Ага. Я не знаю, какая у них там рыбалка была, блядь. Товарищ Берия, хули окуня не ловятся? Расстреляй нахуй. Сука. Расстрелять. Приехали. Слушай, у нас была мысль еще, блядь, попрыгать со здания. Да, но мы же вроде хотели миссии повыполнять какие-то, не? Подожди, дай я один раз сейчас... А, давай, я просто выгоню моцик, посмотрю, что там я купил. Я разгонюсь и выпрыгну. Давай. А, тут эти, блядь, упертости. Упертости? Блядь, он розовый. Копы приехали. Я не помню, чтоб я розовый мотоцикл заказывал. Залезь ты, сука, блядь. Ну я убился, практически. Коп, иди нахуй, а! А что, не со всех драться еще можно, да? Подожди, у меня вот газовая есть, это самая граната. Блядь, так и я газовую гранату хотел выкинуть. О, здесь с копами весело будет, блядь. Тут да веселуха. Пиздец, ох, так, тупые, мне, бля. Во, чего-то, Симон, иди нахуй. Слушай, я сейчас тогда к тебе зайду. Давай. Что, три, да? Или где ты? Я, да, заходи, тут весело, тут очень, блядь, весело. Тут веселее, блядь, не придумаешь. Там копы? Да, он подбегает ко мне. Блядь, чё ты стреляешь в меня, падла, блядь, черномазы? Ты чё, охуел? Сука! Дебил, блядь, у меня гаечный ключ есть, мудлин, блядь.
Гудвин мудак, блядь. Мудрый Мудвин, бог нихуя себе там отрёк. Бог дураков и тщеславия, блядь. Идем дорогой трудной, дорогой беспробудной. И с нами, блядь, мудрый Мудвин. Мудрый Мудвин? И прочая хуйня. Сейчас я до тебя доеду. Доедь до меня. И мы с тобой Фредерик пойдем. Доеда, блядь. Это как Торетто, это доеда, блядь. Блядь, мы в Монашке, конечно, охуенно. А почему меня так далеко отбросило-то, ебаный пиздец? Так не умирай, хуль. Так есть такие районы сложные, блядь. А если мы перегородим дорогу и вызовем сюда копов, блядь? Че будет? Вот именно, что нихуя не будет. Все, блядь, это, короче, платный... Некого. Это платный... Я вместо шлагбаума, короче, поставил тут Range Rover, блядь. Пускай стоит нормально. Жилые массивы. Я ухожу красиво. Мы сейчас с тобой уйдем очень красиво, блядь, прямо на закат. Все, ты сюда поставил, перегородил дорогу? Я перегородил, да. Давай там, блядь, перегороди, подожди, блядь. Ты. Давай. Там еще поставь, они хуй сюда заедут вообще. Вот по левому или по правому? Давай по правому. Давай вот тут вот поставим. Угу. Во, вообще нормальненько так. Да, шикардос. Хуй кто проедет. Теперь как теперь вызвать копов? Неплохо поставить и все, бы что-нибудь. И копов нет вообще нихуя. Сейчас появится. Не вопрос. Подожди. Доступен новый режим противоборства. Нет, я хочу гранату, стопай. Во. Ребята. Я боюсь, что толку от этого мало, наверное, будет. Нет, если мы накидаем-то туда побольше, то будет нормально, я думаю. Как думаешь? Так, надо убить парочку ребят. Давай, ты агри там, а я буду здесь агрить, подожди. Давай. Блять, у меня с патронами проблемы, чё ж я не купил-то нам? Блин, патроны. Так увлёкся, блядь, битами, хуитами, блядь. Ну вот так. Бывает. Ну ладно, ну похуй, ладно. Зато у меня есть, блядь, охуенный разводной ключ, который валит всех подряд с полпинка просто. Олег, ты много народ сам стал? Да, только одна звезда пока. Ну это же не наш уровень, ты же понимаешь. Сейчас попробуем. Они ж, по идее, должны как-то проехать. О, две звезды, нормально. Вот теперь можно пиздячить отсюда. Да понятно, забаррикадировались, блядь. Это платный проезд, хули. Как в 90-х. Бля, охуенно сверху, наверное. Полезли. Так смотри, там не упади. Полезли вдаль. Два бравеньких бойца. Давай скорее ты. И падай, блядь. Это был охуенчик, Алекс. Ты так упал красиво, как птица. И самое то самое. Нормально так вообще. Это было неплохо, да. Бля, копы-то приехали. Чё мы там баррикадировали-то с тобой, блядь? Копам похую мороз, блядь, они приехали. Так, нормально все, в принципе-то все нормально. Я предлагаю сейчас еще немножко поагрить копов и на этом закончить серию. Давай. А в следующей серии уже конкретно пройтись по миссиям, как тебе вариант. Ты мой мотоцикл так и не заюзал, по-моему, да? Да, ну давай заюзаем уже. Или давай выкати его, я хоть на него посмотрю. Ради чего мы все это делали? Давай выкати, я хоть посмотрю на мотик. Хорошо, только сначала меня тут стреляют немножко. Давай. Блять, еще машина меня, горит. А отбросил, сука, в хуеву гору, блядь. Хуева гора, нормально. А где ты? Куда ты бежишь? Зачем ты бежишь в дебри? Я попытаюсь обойти же, нет? В смысле, я бегу, а вот справа, там где копы. Там где копы, значит там ты. Ты там где копы. Ты меня как по следам, блядь, как следопыт, нахуй. Ты далеко, прямо где копы. Ты далеко, там где копов. Да хуя. Ты мне сказал, что я такая, блядь. Тут копов, блядь. Копов, блядь, да хуя. Да, нормально. Копов реально тут много. Да тут их просто полно. Ставь машины, блядь, не ставь машины. Эти черные, блядь, развратники в любом случае залезут. Смотри, я, короче, изучил приемы Ямакаси. Ребят, так. Которые умеют прыгать по крышам и нихуя не ломать. Сейчас тебе покажу. Как правильно так. Падать, блядь, с крыши. Смотри, значит, экспресс. Показываю. Урок, смотри, нахуй. Прыгаешь сюда. Опа, бля! И сразу на соседнюю крышу. Давай, я ловлю тебя. Это вообще-то хуевая мысль. Не, нормальненько, давай. Ты прыгай просто ко мне сюда. Давай. Опа, молодец! Видишь? А ты боялся. Ебаная Ямакаси. Давай еще раз, я тебе покажу, как Ямакаси прыгают. Ты мотик-то выкатил, нет? Ямакаси. Где он? Сейчас. Чего, Симон, пошел нахуй, я тебе уже пятый раз сегодня повторяю. Симон, спиздись. Смотри, еще один ямакасовский прием. Ты где? Я упаду на тебя. Давай, я прям вот устаю. Ты прям на самый верх, что ли, полез? А я не полезу наверх. Давай, падай. Падай, вот, я на протяги, чтобы видеть тебя было неплохо, хорошо. Падаю, бля! О, хорош.
Как говно с мешком дерьма. Оу, блядь. Ты где? Вот я уже упал же, а ты уже упал. Сука, сюда жирных притягивает, блядь. Чё им надо-то? Чау-чау называется магазин наш. При чём тут, блядь? Ты мочек-то выкатил, нет? Да-да-да, сейчас, сейчас, где-то есть. Подожди, я же его где-то выкатывал. Скажу. Ты же говоришь, что он у тебя в гараже. Да, он был в гараже. Здесь. Я его выкатил. Я не помню его судьбу дальнейшую. Подожди, ты серьезно? Подожди, да, а сейчас, на карте он у тебя виден? Нет. По-моему, нет. А может, копы забрали, блядь. Сейчас посмотрю, подожди. Как-то копы угнали твой мотик? Нет, они забрали на штрафплощадку, за него плату, наверное. Бля, его нет в гараже. Наверное, спиздили, мудаки, а? Вот фраеры, блядь, Иуда, ебаные. Придется мне на мотик на твой посмотреть в следующей серии уже. Ну, хорошо. А толку, мы же за эту серию ничего не сделали. Вообще ровным счетом ничего, блядь. А хули копы опять тут делают? Блядь, мы купили... Мы что сделали? Мы купили себе мотики, зашли в Амунашку. Во, он тут, смотри. В Амунашке нового. И научились давай, орудовать... Давай, я тебе сейчас быстро-быстро, очень быстро покажу. Вот в этой коповской тачке, смотри. Там его нет, просто поехали. Присаживайся сзади. Давай. Ой, блядь, машина для... Для фраера. Перевозки людей, блядь. Оп-оп-оп-оп! Черный. Жирный нигер, жирный нигер. Стоп-сигнальные огни. Жирный нигер, не жирный нигер. Вот твой сникерс. Да? Так. На, его съешь. Нет, сникерс нормально. Укуси. Укуси, блядь, да? Вот, вот твой сникерс, укуси. Почему жирный у меня... Жирный нигер, жирный нигер. Почему у меня опять звезда, скажи, еще моргает, которая... Потому что, во-первых, ты угнал... Бля! Тихо. Алекс, держись. Ты там держись, нормально все. Самое главное, просто держись. Меня еще козлом назвали, блин. Че, хуел? Севенап кричит. Да я тебе в жопу твой севенап засуну. Ты что хотел показать-то? Его мотоцикл вон за решеткой. Смотри, за решеточкой. В темнице сырой. Вот твой моцик, да? Подгони, пожалуйста, сюда машину. Подгони, пожалуйста, я зайду. Или открой дверь, у тебя же нет звезд. У меня их полно. Блядь. У меня она целая одна. А ну, открой. Там, кстати, наши оба мотоцикла. Твой слева, мой справа. Все, меня уже убили. Блядь. Я больше уже ничего сюда не открою. Я хочу мотоцикл, блядь. Суки. Твари. Это, конечно, пиздец. Нет, смотри, не надо сейчас никого агарить. Подходишь, даешь 200 баксов. И забираешь мотоцикл свой и мой заодно. Да, мой тоже там, я увижу. Угу. Тем более, сейчас вот заберем моцики, ты сядешь на мой, я сяду на твой. Целую минуту мы будем с тобой ехать и смеяться, и закончим ролик. Блять, я опять подбежал три звезды. Ну не ебись оно конем, все скажи. I kill you. Ага, I kill you, мамаша, бич, блядь, черная. Или не. А как будет ебать по-английски? Не, фак это типа, иди отсюда. Американцы не ругаются. Я вот забираю свой мотик. Забери мой, пожалуйста, ну ухвати его. Как? Каким образом? Подожди, как я могу выкатить два мотика? Ну смотри, а как ты в детстве велосипед никогда друга не катил? Подожди, сейчас тебя выкачу. Давай, я свой сейчас выкатываю, оставляю здесь. Вот тут вот, наполовине. Ну-ка, интересно, у меня получится? О, отлично, отлично, еще мой заеби. Давай, давай. Блять, две звезды, да вы охуели. Так, давай я заберу свой мотик. О, на мой хоть сзади можно сесть. Давай, 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 подожди, я-то пойду к своему. Иди к своему. Смотри, как я ворота припер. Не уезжай, не уезжай, ворота закроются. О, отлично, валим отсюда нахуй. Так, куда едем-то? Пока просто прямо. А там как дорога будет. Эй, бродяга, попутный ветер мне в задницу. Блин. Ух, нихуя. Давай будем играть в опасные игры, ехать по встречке. Давай. Нихуя себе игрушечки у тебя. А ну давай, я тебя тоже пну сейчас. По-моему, тебя сейчас пнет дорога жизни. Дорога жизни именуема. Подъезжай, подъезжай. Имени всякого Валуева. Давай, что? Давай, давай, давай. Да, я хочу к тебе. Быстрей. Алекс, ты слишком быстрый, блядь. Ты догоняешь меня, нет? О, видишь, какой у меня, блядь, охуенный мотоцикл. Я ж тебе говорил, давай, блядь, копу почи. Давай. Хуёвенько. По крайней мере, я по нему успел, блядь, ударить-то, ебай. Ты убил его? Нет, а он был в машине. Его хуй бьешь. Блядь, сучёныш какой, а? Блядь, это сложно. Подожди, да, стой. Это сложновато. Нихуя-то я вертушку сделал на тачке, блядь, коповской. Подожди, сейчас, спокойно. Коп, иди нахуй, дебил, блядь. Все, тебя, походу, чпокнули, давай заканчивать. Я только на мотоцикл сел, он меня убил, блядь, долбоёб. Гамадрил какой-то, а?
Придурок, блядь. Все, давай заканчивать эту серию, следующий уже пойдем целенаправленно по миссии. Давай, давай, только дай я сейчас свой мотоцикл. А мой мотоцикл что, убили, да, уже? Угробили, что? А, не, вон он, фух ты, слава тебе, господи, вижу. То я уже, блядь, перепугался. А где он вообще? Ты внизу, ты наверху, да? Я на катарскую тачку упал. Это было очень эффектно, жаль, что ты этого не видел. А ты наверху бежал? Я очень эффектно упал на катарскую тачку, прям охуенно. Прям ты бы не поверил бы, если бы сам увидел. Ты подумал, что ты смотришь какой-нибудь фильм голливудский. Притом с каким-нибудь Человеком-пауком, да? Человек-паук, бля. Человек, он паук. Без него я, блядь, как без рук. Человек-пук или паук? Пук-пук-пук. Я Человек-паук. Хуя себе тебя. Давай заканчивать уже. Давай заканчивать, да. Я вообще-то бегу к своему мотоциклу. Ну, я буду еще долго до него бежать, поэтому я предлагаю здесь закончить. Хорошо. Все, вот такая у нас байкерская обнова. Что мы сегодня посмотрели? Давай подытожим. Ну смотри, во-первых, мы сегодня закупили себе новые мотики. Это да. Мы их обозрели. Во-первых, мы сегодня... Во-вторых, мы научились сегодня биться... Подожди, пока не бей меня. Биться с мотоциклов руками. Это тоже имеет место быть. И в-третьих, мы зашли... Говорил же, не бей меня, пока. Извини, пожалуйста. А что ты умер-то с одного удара, блядь? Они умирают с одного удара. Пиздец, блядь, с одного удара, серьезно. В-третьих, мы... Зашли в Амунашку и купили себе, ну, я себе купил разводной ключ, ки и так далее, и новое оружие, короче, новое оружие. Да, да, есть такое дело. Все, короче говоря, предлагаю на этом сегодня закончить, а в последующей серии мы уже будем, наверное, идти по заданиям. Да, пойдем посмотрим. И выполнять миссии, да, за у Махараджи, как бы это смешно не звучало. Да, Клабхаус Махараджи. Клабхаус Махараджи, да. Все, ребят, пока-пока. Все, ребят, всем удачи, пока.